Золотой запас, которому позавидуют некоторые страны, нашли в подвале бывшего мэра китайского города Гуанчжоу. 13,5 тонн драгметалла. Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых. По шкафам, сейфам, полочкам сыщики наскребли также на 286 миллиардов юаней. Это 40 миллиардов долларов. А еще 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат, предметы живописи. Эксперты посчитали на своей кровной, чиновник мог бы спасти от дефолта Грецию, причем дважды. Но чудесное спасение теперь нужно самому мужчине, ему грозит смертная казнь.